Автомобилист не превысил скорость и не забыл включить поворотник. Инспекторов смутил ревущий на весь проспект глушитель. Остановили, замерили уровень шума. Водителю везет. В шумовые рамки в этот раз уложился. До штрафа ему оставалось немного – 10 дБ. До 96 это допустимые показания. Если свыше 96 дБ, то тогда все, идет нарушение. Часто нарушает, особенно в выходные, вечернее время суток, выходные дни. Сколько нарушителей, допустим, за воскресенье, как правило? За субботу. За субботу бывает и 5, и 6 человек. Ездят на машинах вот с такими вот глушителями, которые нарушают покой граждан, превышают допустимое количество децибел. Штраф за вот такую вот установку нестандартного глушителя 500 рублей. С начала этого года на штраф нарвалось почти 60 любителей порычать. Но если за нестандартный глушитель мера ответственности прописана, то на дрифтеров управы пока нет. Лишь профилактические беседы поясняют инспекторы. Ленинский проспект после захода солнца уже давно живет особой жизнью. Автомобилисты гоняют, шумят, лишая местных жителей отдыха и сна. Соцсети пестрят жалобами и недовольством на нарушителей покоя. От ночного шума родители элементарно не могут уложить детей спать. Ребята, я все понимаю. Лето, молодость, перед девочками повытрепываться. Но невозможно спать, укладывать ребенка, отдохнуть. Только уложишь ребенка, который и так плохо засыпает, зубки режутся, и начинается. То олень на машине с музлом прокатится, то малолетки песни орут. Часто от граждан поступают жалобы, что в вечернее время не дают покоя, уснуть не могут, шумят молодежь, музыка громко играет. Гоняют, музыку слушают. А, это да, это стали они маленькие. Кто кого перебьет, вот так у них. Вот не то, что они именно для себя, они для покрасоваться надо, для общества. За покрасоваться после 10 часов вечера уже больше года прописана мера ответственности. Штраф от 500 до 3000 рублей. Правда, уровень шума нужно замерять специальным прибором. Но, как показывает практика, говорят юристы, такой прибор они по факту не используют. Так что жителям Ленинского проспекта ничего не остается, как засыпать летом под аккомпанемент. Ребята, давайте слушать музыку всю ночь вообще. Че, как эти вообще? Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.